Ребятки, всем привет, с вами Александр. Так, мигающая кнопка, ладно, пусть будет там. Давно не заходил в эту игру. Вчера пользователь под ником Мир не написал, что здесь вышло какое-то обновление, мол, зайди с ними. Ну, я, конечно, не знаю, в чем именно здесь обновление произошло. Не знаю, регионов стало 22, было ли их 20, 23 даже, было ли их или нет. Короче, непонятно. Ну, я пробовал, можно карту загрузить, вот нажать кнопку предпросмотра, чтобы увидеть, какая там эта арена. Но она грузится к что-то чертовски несчастных, там 20 мегабайт, 10, и она грузится очень долго, потому как бы сейчас не буду этого ждать. Я думаю, мы пойдем сейчас немножко постреляем луки и, может, заглянем еще в другие регионы, постреляем из супер всякого там оружия. Так, мне вот интересно, таймер, он там мне мешать не будет? Пять титанисов нужно завалить нам сейчас. Так, давайте я хоть вспомню, как тут стрелять. Так. Далековато птичка наша. Пока они не расчехлились, лук штука бесшумная. И последний выстрел. Ага, в легкое. Да, но мы пока не используем рентген. Давайте так отстреляем. И Марвел. Нет, спасибо, не интересует. Так, это у меня, кстати, был предпоследний, да? Ну-ка, давайте я сейчас последний. Так, за трофеями сходить бы можно тоже. Так, 5 старых бариониксов. А сколько же у вас нужно выстрела будет всадить? Там, мне кажется, это будет из разряда нереального. Хотя они идут по очереди как. Три выстрела. Подтупливает что-то немножко. Я молчу, ребята, молчу, потому что кирпичами сейчас наложу. Ну, как бы для первой попытки неплохо. Я все-таки не играл в нее сколько месяцев. Ладно, погнали. Так, что-то дело не пошло. Надо увеличение побольше, что ли, все-таки поставить. У нас там есть такие бустеры, да? Можем, конечно, и с их помощью отстреляться. Давай, давай. Вот такие моменты, конечно, упускать нельзя. Плохо, плохо дело, плохо.
Давай, 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 давай. Мимо. Попал. Это последний. И да. Ух. Ну, на самом деле, не так просто. Не так сложно. Может, надо было экран протереть, а то палец плохо идёт по экрану. Веном. Спайдермен, Халк. Ух ты, прикольно. Вот черт, у меня батарея разряжается, блин. 17%. А ну-ка, ребята, стойте. И едь сюда. Так. Тихо. Ну, надеюсь, вам слышно. Давайте тогда зайдем в битву с трофеем. Так, главное мне самому не оглохнуть, потому что приходится громкость чуть ли не на максимум в наушниках включать, чтобы она была адекватная на записи. А сами понимаете, орет как резаная. Так, Аварис у нас противник. Так, это у нас кто? Какой-то драмеозавр? Кто ты там такой? Офигеть! Он как бы бежал вообще там совсем не по прямой. Было так немножко стрёмно. О, так, неплохой скриншот получился. Так, ну, для боссов было легко. Так, и Берта у нас, это у нас кто, мутабурозавр, ну, или кто-то из той оперы. Так, у меня очков-то мало осталось. Так, Берта. Две штуки. Почему так много нужно в тебя всадить, Берта? Так это я не промазал по той Берте. А по этой я мажу. Крепкие Берты. Можно использовать какое-то усиление, потому что у меня очков больше не осталось. Блин, дернулся экран. А сколько длится это хронодринг? Ну, с хронодринком, ух ты, их стрелы у нас какие-то интересные. Они как будто бы с какой-то жидкостью. Ух ты, нашинковали. Смотрите, сколько торчит этих стрел из этого бедного мутабурозавра. Как это зовут? Так, ну блин, задание выполнили, но не осталось очков энергии, в смысле, чтобы пойти в какой-то другой регион. Так, давайте заглянем, что там у нас. Да, ну, нам нужно будет купить снайперскую винтовку за 80 лямов.
Ну, это ладно, это займемся уже мы этим, ребятки, в следующую серию. Хотя мне хотелось бы зайти вот в 9 или там 8 регион. Ай ты, блин, ну вот, короче, вот эта вот фигня загрузка, и она идет медленно. Смотрите, здесь несчастных 35 мегабайт, она дико медленно качает с сервера. Что ж, ребят, тогда на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр, и до скорой встречи. Игра у меня, как видите, стоит, я ее не удалял.